Сегодня как никогда известное выражение Остапа Бендера «автомобиль не роскошь, а средство передвижения» стало обыденной реальностью. Автомобилем уже никого не удивишь, и с этим нельзя не согласиться. Но автомобиль автомобилю рознь. Кто-то, не гонясь за статусностью, ездит на не очень дорогих «Ладах», «Фольксвагенах», «Шкодах». Другие же предпочитают комфортабельный «Порш», «Бентли» или «Лексус». Дорого, красиво, но не каждому доступно. Но коль имеются средства для покупки такого автомобиля, то платить транспортный налог нужно побольше, чем за старенькую «Ладу». Правительство Беларуси 20 марта 2024 года приняло постановление номер 194 о транспортных средствах повышенной комфортности, которым определен перечень автомобилей, которые обозначены в этом документе. 17 марок транспортных средств включено в этот список, определены и модели. Транспортный налог для них, включая авансовые платежи, исчисляется по ставкам, увеличенным в 10 раз. В 2024 году данное положение распространяется на транспортные средства с годом выпуска 2022, 2023 и 2024 год. Плательщикам, физическим лицам, транспортный налог за 2024 год по ставкам, увеличенным в 10 раз, в отношении транспортных средств, с года выпуска которых прошло не более 3 лет, включенных в данный перечень, будет уплачиваться в 2025 году. Немного другие правила для плательщиков организации. Плательщики организации по транспортным средствам, признаваемым объектом налогообложения, включенным в данный перечень, уплачивают авансовые платежи за первые, второй, третий кварталы текущего налогового периода в размере 1/4 годовой ставки транспортного налога, увеличенной в 10 раз, исходя из наличия таких транспортных средств у организации по состоянию на 1 января текущего года за первый квартал, на 1 апреля за второй квартал и на 1 июля за третий квартал. Уплата авансовых платежей организациями производится не позднее 22 числа третьего месяца квартала, за который исчисляется авансовый платеж, а вот доплата транспортного налога производится не позднее 22 февраля года, следующего за текущим налоговым периодом. И вывод: любишь дорогие автомобили, полюби и денежки платить.